Правительство Таджикистана в очередной раз опровергло обвинения в нарушениях прав верующих. Представитель Комитета по делам о религии, упорядочении традиций и обрядов при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлатзода отверг прозвучавшие со стороны США обвинения в нарушении религиозных прав верующих в Таджикистане. «Заявление Госдепартамента США основано на неподтвержденных сообщениях в СМИ», сказал он в беседе с радио Азади 5 января. Напомним, что на днях Соединенные Штаты по результатам исследований Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира USCIRF внесли Таджикистан, Туркмению и Узбекистан в число 10 стран, вызывающих особую обеспокоенность в связи с нарушением свободы совести и подавлением религиозных свобод, что в свою очередь никак не мешает правительству США тесно сотрудничать и финансировать режимы вышеупомянутых стран в их борьбе против ислама и мусульман под прикрытием так называемой борьбы с экстремизмом и терроризмом. Ведь именно прикрываясь предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом, режимы центральноазиатских стран ужесточают законы, ограничивающие права на исповедание ислама.